Всем привет, с вами Селиванси Екатерина. Сегодня такая тема про активность ваших людей в группе. Если вы думаете, что, может быть, у вас маленькая активность, кто-то там не делает заказы, или вы не знаете, как обучить людей, есть какая-то часть людей самоактивные. Вот кто больше всего кричит: «Я буду строить бизнес, я там буду все», они, как правило, быстро сливаются и ничего не делают. Это просто сами люди такие. Они за все хватаются, громче всех пиарятся и кричат. Делают больше всего те, кто молча. Молча в Ютубе что-то посмотрели, прочитали обучение, сделали у них уже сразу результат. И потом они иногда задают какие-то вопросы по существу. Чем те, кто ничего не делает. Ну, в основном статистика такая. Даже у кого я спрашивала, у вышестоящих или у других директоров, спрашивала: ну вот твои директора, ты вообще предполагал, что они будут директорами? Вот они, как правило, все молча, да? Ну, просто делают люди дело. А кто больше всех кричит там: «Я все буду, все хочу», болтологию развел там, не знаю, на месяц, они не факт, что будут что-то делать. Точнее, скорее факт, что даже не будут ничего делать. Такая категория людей. Я уже в предыдущем видео рассказывала про людей 0.8, 1.0 и 1.2. Люди всякие попадаются, не надо думать, что проблема тут в вас. Просто у нас же массово люди идут, попадаются всякие. Размещаем три вида рекламы. Либо на продукцию, на скидку подарок, или конкретный набор хостоваров, или еще какой-то набор косметики, может быть. Второй вид. Людей, которые хотят продавать онлайн. Вести инстаграм-магазин, вести чат совместных закупок. Таких людей тоже много. В основном это даже молодежь, она понимает, как вести такие чаты. У нас даже 16-летние есть випы. С 14 лет можно официально в компании работать. Третья категория – это партнеры, которые пришли строить бизнес, на большие доходы пришли. Регистрируем всех одинаково. Покупатель, партнер, онлайн-продажи, неважно, мы размещаем все три вида объявлений. Но вот если вы считаете, что у вас какое-то получается хуже, значит, вы просто не можете донести человеку, объяснить. Все приходят с разным уровнем знаний. В основном бизнес идет хорошо у тех, кто уже мозг созрел, они уже попробовали там, ищут, как создать доход. То есть они уже к этому идут мозгами. А не те, кто сидит на диване, не делает никогда ничего, ничего не обучается, ни книг не читает, ну или там каких-то обучающих видео, мотивационных. То есть они уже не идут годами к этому процессу, что им нужно делать пассивный доход и зарабатывать намного больше, чем это есть. Как правило, от успеха достигают такие люди, которые уже они идут к этому. А это им просто возможность попалась, они в ней разобрались и начали тут действия делать. Ключ просто в действиях. Регистрация в компании, там получить подарок или сделать свой заказ, или отправить заказ 1-2 клиента, это, конечно, не бизнес, это просто регистрация в какой-то продуктовой компании с целью что-то купить или что-то там перепродать одноразово, это вообще не то. Какие шаблоны вы используете, на какую рекламу вы должны в этот метод вникнуть и уметь его очень красиво рассказать и объяснить, хоть голосовым, хоть текстом, хоть словами, по телефону или как угодно. Если вы делаете упор на покупателей просто, клиентов, вы должны просто выучить наизусть 20 каких-то ходовых продуктов, неважно, пробовали вы их или нет, конечно, желательно их попробовать. Потому что, когда сам пользуешься и сам в восторге, это, конечно, красивее получается рассказать. Например, я пользуюсь какими-то ходовыми там средствами для плиты духовок. Вот я прямо сейчас вам буду подробно рассказывать, как нужно доносить информацию. Это пока на покупателей, не на бизнес. Рассказываем покупателю очень красиво ходовые продукты. Во-первых, узнаем, есть ли у него дети. Если у него есть дети, мы добавляем сюда что-то для детей. Во-вторых, мы узнаем возраст. Ну, при регистрации мы это видим. И тогда мы включаем что-то, может, возрастное, а что-то, может быть, для молодого возраста. Понятно, что если у вас 16-летний человек, смысл ему рассказывать про хостовары, он там вообще не убирается. Дома у него там родители убираются. Ему пофиг, чем чистится плита или ванна. А человек, который, допустим, в возрасте,
там 60+, ему нужно рассказать, что супер такие крема есть там, и подтягивающие, и эффект пластики, там крем, и все такое, сыворотки, короче, эффект фотошопа, рассказать, он тоже захочет. Крема действительно хорошие, 40 патентов имеет компания, свои лаборатории, заводы. Это нужно вот так рассказывать. И компании 25 лет, кстати. Обязательно, то есть про хостовары рассказываем, ну, кроме малолетних. Потом, если есть дети, обязательно рассказываем про карандаш-пятноводитель. Очень рассказываем кратко. То есть у человека есть дети. Надо говорить, что я пользуюсь карандашом, у нас там все пользуются. Его хватает на несколько лет, он стоит 100 с чем-то рублей, и он больше нигде не продается. Он отмывает мазут, зеленку, желтые пятна там 20-летней давности, полотенца, которые там кухонные, из белых превратились в серо-черно-желтые, это тоже все отмывает до белоснежных. Ну, пятноводитель, здесь есть отбеливатели, вот карандаш. Карандаш, он более точечный. Он реально убирает мазут. То есть человек, у меня был такой опыт, человек пришел в куртке, которая испачкана мазутом, после химчистки. Химчистка не отмыла этот мазут. Я говорю, ну давайте попробуем карандаш. Намазала. Через 3 минуты куртка прям на глазах этот мазут убрался. Причем он не влияет на краску ткани. Можно рассказать про порошок. Здесь про все можно красиво рассказать. Так, что человек сам захочет. Но мы рассказываем ему не с целью, чтобы он купил. Мы ему объясняем, что ну, у тебя же интернет-магазин. Ты должен знать, как объяснить твоим клиентам, что самое ходовое, и посоветовать, что купить. Но когда вы это рассказываете человеку, конечно, он сам захочет все это купить. Конечно, он дурак переплачивать за порошок 2 раза дороже в магазине, у которого свойства, ну, вообще 100 раз хуже, чем здесь. Например, я вам расскажу про порошок, когда я впервые здесь купила его. Здесь же все люди хвалят хостовары, здесь нет отрицательных отзывов про них, все говорят, да, хорошие там хостовары, в Amway тоже они хорошие, только в 5 раз дороже стоят, идентичные абсолютно. Порошок, допустим, универсальный я купила, он для белого, для светлого и белого. Впервые я ничего про него не читала, я ничего не слышала про хостовары, но мне пришел этот набор, кстати, в подарок. Новичкам же всегда какой-то подарок идет. После первого заказа или в первом заказе. Я положила как раз все белое, у меня уже лежало в машинке. Вот пришел мне порошок, думаю, попробую. Там же столовую ложку надо класть, очень мало. Думаю, порошок как порошок, и заложила. Я открываю стирку свою обычную. Вот все эти носки, которым уже там старые носки, я открываю, и первая мысль у меня, кто положил это белье в мою машинку? Вот это неосознанная, непроизвольная мысль. Потому что я его не узнала. Вот эта вся серость, желтизна, как со старых вещей белых. Я раньше все белое носила. Я жила в США, в Майами. Я перешла все белое, на все белое в основном. В последнее время уже там цветное тоже использую. Но раньше ходила вот все белое, светлое. Там все так ходят. И сапоги у меня светлые здесь, и куртки, и все было такое. Поменяла гардероб, хотя раньше предпочитала даже больше черный цвет в институте еще. Достаю белье, но реально я звоню своему наставнику, говорю, а что за порошок? Она говорит, да, у нас такой порошок, почитай это, отзывы, инструкцию, вот, поймешь действие. В общем, я была в шоке, и вещи сохраняют новизну. Теперь рассказываю про порошок для цветного. Напоминаю, что вы должны это выучить наизусть, запомнить, чтобы вы точно так же рассказывали своим людям. Потому что кто ко мне не придет в гости на чай, у меня 100% зарегистрируется, хотя он сам спросит, даже впервые придет, спросит, чем занимаешься, скажу, в какой компании, допустим. И сразу говорю, каталогов у меня нет, ничего не продаю. Просто беру себе вот там что-то самое такое нужное, полезное. Спрашивают, а что берешь? Я говорю, ну вот, там жидкое мыло стоит такое-то, вот порошок и зубная там паста от Белич. Ну, в общем, какие-то несколько, они тоже хотят их купить, они тоже говорят, зарегистрируй меня. То есть они сами просят, не вы их уговариваете.
Потому что такая подача. У многих, большинства вообще неправильная подача, непрофессиональная. У вас должны сами люди попроситься. Вы еще им отказать должны, чтобы еще больше захотели, сильнее. Про цветной порошок. Я раньше пользовалась Ариэлем и Тайдом много лет. Магазином, который стоит, между прочим, свыше 500 рублей. У нас порошок там стоит 200 с чем-то. Раньше у меня вещи были застиранные. Вот купил новую вещь, а уже через 3 недели она как-то вид потеряла. Вот вроде новая, но как-то не так уже смотрится. То на них появляются катышки, на многих вещах появлялись. То постирала немного разные цвета, и они стали какие-то сероватые, синеватые. Ну, совсем чуть-чуть оттенок, да, маленький, но уже все выкидывать можно. Когда я начала порошок здесь покупать, у меня эта проблема вообще отпала. У меня ни на каких вещах не появляется катышек никогда. Вещи в цветной порошок. Я не покупала здесь этот порошок для цветного 1.5 или 2 года. Я не знала, что такое свойство есть. Я где-то его услышала от кого-то или на видео, я не помню, что можно положить. Оно не смешивает краски. Я думаю, ну, что за фигня, раз так бывает. Потому что я сколько раз постирала там синим или новую вещь, красной, синим, все, его можно выкидывать все две. Порошок здесь для цветного. Я кладу синее, красное, зеленое, черное, даже если свежекупленная вещь, еще ни разу не стиранная, и я все положу, кладу, все. И я когда достаю, все имеет свой цвет. Красный, так чисто красный. Все яркое. 3 года вещи, она будет как из магазина. У меня все вещи как новые смотрятся. И это только со дней, когда я начала использовать эти порошки. И все белые вещи у меня белоснежные. Вот они просто всегда белоснежные. А раньше я очень часто выкидывала вещи, потому что они уже потеряли вид. Нижнее белье здесь тоже не застирывается. Оно не теряет вид. Розовая, так розовая. А если вы стираете каким-то другим порошком, откройте свое нижнее белье, как оно выглядит. Но у вас уже там, наверное, сероватое, розовато-сероватое или как там. Посмотрите на старые вещи. Раньше я выкидывала пачками. Пачками выкидывала вот все, что там потеряло цвет или что-то. И сейчас я ничего не выкидываю. У меня все как новое. В шкафу места нет. У меня 120 платьев, места нет в шкафу. Шкаф очень большой, шкафа 3. Если вы так будете рассказывать, тоже и сами попробовали увидеть вот этот эффект. Посмотрите здесь отзывы, видеоотзывы в Ютубе. Какие здесь прокладки, какое здесь средство для духовок, что оно отмывает и как. Если вы раньше комотом что-то терли или доместосом этим вонючим, посмотрите разницу в видео. Средства для мытья посуды, посмотрите видео, как там любой берут фейри, персил этот, что продается, дороже продается, чем здесь, ненатуральное. И вы наливаете в холодную воду, он разводится пальцем на ложке, масло мажете, и этим средством оно превращается в белую пену, вот это остается у вас на посуде. То есть магазины средства для посуды, они в холодной воде не отмывают. Это мы видим, когда намазали масло на ложку и моем холодной водой. Одним средством намазываем, другим сверху. Фаберлик, средство для посуды, оно разводит в прозрачный бульон это средство и смывает его с ложки в холодной воде сразу. Вы можете проверить это с любым магазином, средством для посуды, этих роликов вот так вот в интернете. Если вы это будете рассказывать, плюс оно не сушит руки вообще, оно идет с нуля плюс. Можно мыть и овощи там, и фрукты, и мясо можно мыть этим средством. И ничего, ну то есть, рукам ничего не будет вашим, они не сухие не будут. У многих проблема, думают, что там в чем-то еще, а у них средства для мытья посуды. Кстати, по статистике, 18 лет женщина моет посуду в своей жизни. 18 лет жизни. Так что, во-первых, купите посудомоечную машину и нормальное средство нужно брать. Когда вы расскажете 3 каких-то ходовых продукта очень красиво клиенту, он сам захочет их купить. Он вспомнит, когда он будет мыть руки, посуду этим средством или стирать,
он вспомнит про нормальное средство, которое еще дешевле два раза, чем в магазине стоит. Потом, средство концентрированное, оно разводится у нас, поэтому за счет того, что бутылка стоит 100 с чем-то рублей, она еще разводится в 4 раза, имейте в виду. И получается, что чем вы за 80 рублей купили какое-то средство, которое даже может плохо пениться, ну и так далее. В итоге, по факту, объем получается значительно больше и получается намного, в несколько раз дешевле. С порошком то же самое. Учимся красиво рассказывать. Обязательно нужно рассказать какие-то ходовые продукты. Неважно, это просто покупатель, это онлайн-продавец у вас или это у вас партнер по бизнесу. Расскажите, чем пользуетесь. Если еще ничем не попользовались, посмотрели видео, и теперь вы знаете эффект, вы можете про него рассказать точно так же. Следующий момент. Если вы регистрируете людей, подаете такое объявление, что еще админа на онлайн-продажи. Многие любят, кстати, продавать, так и говорят в созвонах. Записывала я, когда раньше созвоны, там есть такие видео, где человек: «О, да я люблю продавать, у меня там все мамы, я без проблем всем все продам». Есть такие люди, которые любят продавать и умеют, и они действительно это делают. Таким тоже вы должны рассказать ходовые продукты. Кто на бизнес? Помимо того, что продукты, вы должны рассказать ему еще про бизнес. Если просто покупатель, вы просто его спросили: «Бизнес строить будешь? Деньги надо?» «Нет». Или там времени у него нет, или он просто, я говорю, я просто покупать буду со скидкой, хочу. Не нужно ему никакое обучение высылать, не нужно его спрашивать. Захочет, вспомнит, сам напишет. Следующую категорию у нас людей, вот мы обучаем уже на бизнес, но не все понимают, люди с разным уровнем мышления приходят, у некоторых не предпринимательское мышление. Кто занимался там каким-то фрилансом хотя бы, какие-то сделки проводил, как-то у него голова работает, заработать, подработать, вот они быстрее понимают, чем человек на наемной работе работал, у него мышление не понимает вообще, если вы будете объяснять им про бизнес. Ну, не понимают они понимают только вот продажу какую-то даже. А на бизнес вы должны объяснять человеку, на пальцах разжевать, какой процент с продаж, какой процент с людей зарегистрированных. Если он 3 категории людей регистрирует, какой процент с них получает. Вот 23% зарегистрированных, это уже пассивный доход идет. Вы обучили 20-30 человек стать VIP-ом и делать онлайн-продажи, вести клиентский чат или Instagram-магазин. Вы просто ничего не делаете, вам не нужно уже делать самому это что-то. Сами научились сначала, потом обучили других. Уже просто сидите на пассивном доходе процентном, хоть на море, хоть где. Директора, которые имеют магазин, много тысяч покупателей, партнеров, продавцов, они не парятся по поводу тех людей, которые не проверили, и вот у них 3 балла не хватило тоже до статуса директора или там вице-директора, 3 балла прямо, чтобы не знаю, 100 рублей у них не хватило в обороте всей структуры, чтобы получить зарплату намного больше, потому что это по достижению определенных уровней. Во-первых, премии платятся, во-вторых, зарплата выше. Ну, доход, процент с них. Они не будут звонить, у него 100 тысяч человек в структуре, он не будет звонить каждому и отслеживать, кому-то не хватило 100 рублей, чтобы получить зарплату на 10 тысяч больше. Да пофиг, его проблемы. В следующий раз, если вообще заметит это, или знает, может, он не в курсе, какие тут раз, ну, по формуле, как зарплата считается, может, не изучил. Но этому лидеру будет все равно. Он свои деньги уже большие получает. Допустим, у него 1 000 000 рублей там у какого-то директора доход в месяц. Он что, будет прозванивать свою структуру и говорить: «Ну, давай, у тебя тут до зарплаты вот это, такой не хватает, прям всем чуть-чуть дожми». Пни там кого-нибудь, чтобы оплатил заказ или там доработал что-то, кого-то обзвонил. У нас просто в заказах есть оплаченные и неоплаченные. Есть те, которые постоплата и предоплата. То есть ты кого-то позвонил одному человеку, чтобы он
просто про оплату провел заранее, а не ждал прихода, допустим, или кто-то попал под какую-то акцию, постоянно тут акции, кому-то позвонил, сказал, что если ты сейчас сделаешь заказ, тебе там заказ включится сразу и то, и то, и то в подарок, вот оно сразу делает, и ваша зарплата существенно больше, хотя он сделал малюсенький заказ, но так как вы на границе вот этого уровня следующего, ну, то есть у нас там 3000 баллов уровень, это вы, ваш статус теперь директор, это оборот магазина от 300 тысяч рублей, смотря какой у нас, потому что балл 40 рублей, 75 и 150, то есть это может быть и побольше, да, в рублях оборот. Но на этом уровне и зарплата, и премия 110 тысяч дается. Ну, как-то глупо, да, если тебе 100 рублей не хватает, а таких случаев очень много. Как-то глупо терять 110 тысяч рублей, согласитесь, да? Для примера, есть и другие тут разные уровни и статусы, и бонусы тоже всяких полно. Полугодовые, поездки от компании есть. Вы, ну, за границу. Сейчас на Кубу будет поездка. Выходите на директора. Если вы в своей структуре будете все объяснять или хотя бы записать заранее голосовые или видосики и рассылать им, не все даже посмотрят, потому что видосики длинные, или в голосовых пообщаетесь, объясните человеку. И когда он лучше понимает, больше здесь знает, у него лучше включаемость, он зарабатывает больше, соответственно, и вы. Но здесь такая система, что кто вас регистрировал, может вообще ноль зарабатывать или зарабатывать значительно меньше, здесь не зависит. Каждый здесь строит бизнес сам, и то, что он типа вышестоящий, это ничего не значит. Здесь кто работает, тот и зарабатывает. Ваши, кто там выше, могут зарабатывать все меньше, а вы больше. Потому что вы строите много веток или всех людей первый уровень, но для этого человека вы одна ветка считаетесь со всеми вашими. Отсюда вы для него одна ветка, это у вас 100 веток, а у него вы одна. Вот за счет этого он зарабатывает, может зарабатывать меньше. Но если он сам строит 100 веток или 200, или 1000 веток своих, вот он будет зарабатывать, конечно, больше вас. Но ваша одна ветка для него, ну, будет капля в море среди многих других. Каждая ветка может приносить доход ему 10-20 тысяч рублей. 50 тысяч рублей одна ветка. Сколько настроил веток, как будто вот 100 веток настроил, 100 квартир сдал как будто в аренду. И каждый месяц получает с них доход. Объясняйте людям этот бизнес и разберитесь в нем сами тоже. Понимаете, мы можем настроить таргет на регистрации, чтобы 500 человек в день приходили. Но если вы же не успеете всех обзвонить, всем выслать обучение, вы не успеете. Можете распределить по лидерам. Ну, как правило, смысл тогда на меня запускать 500 человек, если лидеры сами умеют запускать таргет. Они на себя и запустят. И вы вообще на это время не тратите. Можно регистрировать всего 2 новичка в день и просто качественно им все объяснять. Но это не значит, что из 2 новичков включатся все. То есть это за месяц будет 60, из 60 все не включатся в бизнес, потому что не потому что вы виноваты, а просто это люди, которые ничего не делают, а только говорят, ну, на самом деле, они хотят сидеть на диване, ничего не делать, а только заниматься болтологией. А есть люди, которым действительно надо, приспичило, как правило, многие уже дошли до дна в своем уме, то есть это не совсем уж прям дно, но вот конкретно нехватка денег его прям вообще достала, что он готов от этого дна своего оттолкнуться и зарабатывать уже большие деньги. И чего-то достичь вообще в жизни, когда уже все его достало, пустой холодильник. Ну, человек может жить при пустом холодильнике и 30 лет, его это может не достать. Ну, или может так, чуть слегка мешает, он просто всем жалуется, всем ноет, но при этом ничего не делает. Но на словах он и работать хочет, и все хочет, он все хочет. Но делать ничего не будет. А зарабатывают здесь те, кто делает. Вот смотрите, у меня 19 тысяч людей в структуре. Они же не постучались в мою дверь в один день, что давайте зарегистрируйте. Каждый день какой-то вид рекламы я размещала. И у меня был магазин отбеливающей полоски для зубов. Я научилась размещать рекламу уже там. И ВКонтакте уже, и группу умею вести, и робот запускать в любом
любой робот. Инстаграм я умею запускать, я училась. Я смотрела уроки, делала. Любой метод, который только появился в интернете, я пробую. Хочу сказать, что работают они все. Все работают. Просто на какой-то нужно больше времени уделять. На какой-то нужно немножечко денег потратить. Ну, большинство методов бесплатные все-таки. Чем больше вы тратите времени, это бесплатные. Если вы время не тратите, это будет платный метод, ну, типа таргета. И вы можете более качественно 2 новичка созвониться, либо вы можете зарегистрировать 50 новичков за день. Проблемы с этим нет. С таргета придет вот столько людей. Поставьте бюджет не 150 рублей за день, а поставьте 500 рублей или 1000 за день, вам придет значительно больше этих новичков, просто вы не успеете с ними ни созвониться, ни зарегистрировать, ничего не успеете, вы всех бросите, весь ваш WhatsApp будет в 1000 сообщений, вы запутаетесь и никому ничего, никакой информации не дадите. Из них какой-то процент будет самоактивно, они просто зайдут на сайт, ой, что там увидели, понравилось, заказали, и все на этом. Кстати, забыла рассказать про отбеливающую пасту Эксперт. Здесь очень классная отбеливающая паста. Она, в отличие от Colgate, который действует только примерно на час по ощущениям, кто не пользовался никогда такой пастой, не поймет эффект. Когда ты все время покупаешь то, что продается в магазине, ты не можешь сравнить и думаешь, что какой-то там Colgate или Splat или что-то еще – это хорошая паста. Когда пробуешь эту, ну, просто разница небо и земля. Посмотрите ощущения утром какие. Когда вы с вечера почистили этой зубной пастой. Еще силиконовые щетки мне нравятся. У них себестоимость 73 рубля. Суперские силиконовые щетки. Все говорят, кто попробовал, потом просто дай 6, дай 10. Вот, беру все. Сколько у тебя еще дома есть? Давай, я с запасом беру. Потому что я меняю их там. Ну, надо каждые 3 месяца щетку менять. Ну, я меняю там каждые 2 месяца. Ну, или каждый месяц могу даже менять. Обычно даже если ты заболел, считается, что нужно поменять щетку тоже. Вот эта отбеливающая паста очень классная. Она, во-первых, отбеливает, действительно. Во-вторых, от нее не появляется вообще зубной камень. Вот вообще, несколько лет у вас не будет появляться зубной камень. Осколки там у вас все время будут появляться. Будете там на чистки ходить или просто ходить с некрасивыми зубами. Смотрите. Ну, я еще отбеливающие полоски для зубов использую, но редко я их использую. Кому надо... Могу отправить почтой, они у меня есть. Напишите в личку, в WhatsApp.